Приветствую всех на канале «Учимся делать все». Сегодня я буду показывать, вот как видите, обзор на колье. Вот такое вот колье первое у меня. В данном случае очень вот такой вот красивенький. Сразу к нему идет комплект, получается. Вот такие вот серьги. А также можно сделать колечко. Колечко можно, вот как видите, сочетание черного-белого, либо сочетание белого-черного. Уже смотрите, можно хоть эту, как бы сделать к ним комплекте. Какой цвет на выбор, уже смотрите сами. Вот так вот они выглядят. Какой из них подходит, или, может быть, вы хотите подчеркнуть, как бы в одежде черный цвет, либо белый. Вот так вот они выглядят. Колье само идет у нас вот так вот. Плетение. Вот такие вот, как цветочные. И соединяются они. Здесь вот такой вот обычный крючок. Так вот она соединяется. Вот так выглядит красивенький колье. Сочетанием комплектов. Следующее колье у меня вот такое вот ожерелье из бисера. И бусин такой жгут. Очень тоже красивенький такой. Получается, тоже в комплекте идет к нему серьги. А также вот такая вот колечко. Вот так вот выглядит колечко. Такой нежненький. Тогда как эти жгут такой серьезно смотрится. И сам по себе колье смотрится очень такой шикарно, богато очень смотрится. Даже вот здесь, наверное, видите, сам цвет очень такой красивенький. И колечко к нему смотрится нежненько. А также вот такие вот к нему в комплекте идет сережки. Вот так вот они выглядят. Можете сделать для себя комплект. Сочетание цветов зависит от материала, который вы выберете, какой хотите цвет. Вот так вот она плетется. Вот такие вот. В описании оставлю ссылку на каждую из этих обзоров. Вы можете зайти и посмотреть. Вот такой вот карабинчик. И вот такое вот колечко. Вот так вот получается плетение. Она идет, получается, плетение жгутом. Вот так вот она выглядит со всех сторон. Получается, внутри бусина у меня идет такой золотисто-желтого цвета. Бисер у меня идет серебристый и черный бисер, где идет вставки. Вот такой вот жгут. Она объемная, и имейте в виду, она очень такой, ну, весомая, можно сказать, чуть-чуть тяжеловато. В отличие от вот этого, этот легкий очень, а этот тяжеленький такой. Поэтому это тоже имейте в виду. А то вдруг сплетете, и она будет тяжелой для вас, для вашей шеи, можно сказать. Это. И вы не захотите потом носить его. Вот такая вот комплект. Красивенький колье. Следующий комплект у меня идет вот такая вот кулон. Бантик. Бабочка, бантик. Ну, больше бантику относится. Вот такое вот к нему идет в комплекте. Вот такие вот сережки. А также к нему в комплекте идет вот такая вот колечко. Красивенький такой же. Вот так вот она выглядит. Здесь застежка, карабинчик. Там застежка уже зависит от того, какой вы выберете. И вот так вот она выглядит, объемный. Вот здесь вот видно. Вот так вот плетено. Очень красивенький такой. Тоже также объемно выглядит, красивенький. Можете для себя тоже сделать вот такие вот красоту. Сочетание цветов я покажу сейчас следующее. Здесь, если идет красно-черного цвета, следующий идет у меня черно-белый. Белый и окантовка черного цвета.
Вот следующий я оформила как надо. Вот так вот выглядит следующий. Если до этого вот эти получается. Здесь размер чуть-чуть больше, нежели чем у белого. Вот здесь даже вот так вот можно показать. Вот размер, видите, насколько больше, меньше. Это уже зависит от набора бисера. Какой вы размер хотите. Вот так вот оно выглядит. И вот такая вот колечко. Колечко очень шикарно вот так смотрится. И у нас кулон вот так вот она выглядит. Тоже такой объемный вот здесь. Так вот она выглядит. В описании оставлю, получается, ссылку только на кулон. Вы можете на этом канале «Учимся делать все» найти. Можете написать там в поиске «бантик», «сережка». И вы найдете вот такие вот бантики, серьги. Либо бантик, колечко можете написать, какой вам надо этот. И там вы можете на этом канале «Учимся делать все» можете найти ссылки, мастер-классы на эти наши изделия. А в описании, повторюсь, оставлю только на кулон. Потому что в этот раз обзор у меня идет на кулон. А в прошлый раз я делала обзор на серьги. А также на колечки есть отдельные обзоры. А сами мастер-классы тоже находятся на этом канале. Вот так вот они выглядят. Можете посмотреть. Вот такие вот были. Следующий идет у меня вот такая вот. Получается галстук. Вот так полностью лезет камера вот так. Тоже галстук как ожерелье можно использовать в виде ожерелья. Как девушкам, так и мальчикам можно носить эту. И взрослым тоже. Соответственно, просто длину какую надо, можете плести. Плетение получается здесь идет одинаково, только отличается начало и конец. Отличается плетение. А в середине плетение одинаково идет, поэтому можете какую длину вам надо, такую сделать. В данном случае у меня длина очень такой маленький. Сейчас примерную длину скажу вам. Примерная длина получается у меня 23 сантиметра. Получается вот 23 сантиметра. Видно, нет? В моем случае это общая длина получается только самого галстука. Еще плюс учитываете, есть у вас вот такой вот, который это надевается на шею. Это передняя часть, а это задняя часть. Здесь вот так вот собирается. Это типа этот завязка галстука, имитация, да, такой. Вот так вот она выглядит, очень такой шикарный. Такой цвет красивенький такой, сиреневый. Блестящий очень. Бусина у меня идет сиреневого цвета, бисер у меня идет черного цвета, так же как вот здесь вот для шеи. Тоже этот как, типа вместо цепочки можно сказать, идет цвет бисера, который я здесь использовала. Здесь можете поставить такой же получается цвет бусины и для цепочки тоже. Это уже на ваше усмотрение. Следующий у меня идет тоже галстук. В данном случае у меня идет вот такой вот темного цвета галстук. Плетение одинаково идет. Вот в задней части тоже вот такая вот вставка соединяющаяся. Просто здесь у меня идет такой вот блестящий, разноцветный такой переливающийся бусина. А здесь бисер идет у меня получается тоже черного цвета цепочка. И карабинчик вот такой вот. Так вот она выглядит. Здесь размер, как вот видите, размер здесь отличается. Вот так покажу, так виднее. Здесь она чуть меньше идет. Если в данном случае было вот здесь размер от и до, получается 23 сантиметра было. А в данном случае идет размер 20 сантиметра. Вот так вот. Даже можно сказать 21 сантиметр идет размер.
Так что здесь, как я уже в предыдущем говорила, что размер вы уже смотрите сами, какой вам размер необходим. Вот такие вот сегодня были обзоры на наши кулончики, колье, ожерелье, кто как называет. Вот такие вот. Ссылка в описании будет, заходите. Жду от вас комментариев, какой из этих больше понравилось. Мне получается вот такие вот красивенькие такие бантики нравятся. Они очень шикарно смотрятся. Вот бантики. А этот нравится тем, что он, сочетание цвета у него такой очень такой шикарный смотрится. Заходите на мастер-классы и делайте для себя такие красоточки. Всем пока!